добрался. То не то, сейчас узнаем. Я думаю, то. Да, в аркадах было круто. Добирался, правда, часа два. Жесть вообще, через реку Ханган проехал и еще там пилил пешком потом. Далеко, очень далеко. Но зато мне дали наклеечки. Кучу всяких наклеечек с персонажами Текена и всем таким прочим. Хотя я не просил, я хотел взять постер, но они сказали, не, постер не дадим на наклеечки. Поиграл за лоб, поиграл за казую в онлайне. В локалке не смог поиграть, не знаю почему никто не хотел со мной играть, или потому что я паспорт не зарегистрировал. Попробовал пройти аркадный режим, ну то есть, когда ты в локальном сидишь, просто бьешь мобов, там 5 этапов, на 4-м хач, на 5-м акуму, и все, и типа конец истории. Но я Акуму так и не прошел, потому что он там спамился там давно. В целом впечатления очень положительные, но играть неудобно и поэтому проигрываешь. Когда я начал играть в онлайне, ко мне всякие поли начали лезть там, а потом я слил Бобу, который своей жопой раскатывал меня. Только так. Не очень интересно. Попробовал играть за казую, все EFGF и Hellsweep сами лезут, я не знаю, я ничего такого не делаю, все само получается. Вот так вот. Хотел поиграть с кем-нибудь из местных, но, видимо, что-то я не понимаю, как выбрать режим, или чтобы заставить кого-нибудь законнектиться, там, непонятно. Все играют в онлайн, все топовые игроки, абсолютно нет никого там первого дана новичка, все там всякие ванквишеры, фуджины, сидят миллионы побед наяривают. Да, не туда я пришел, очень круто, чисто текен по центру стоит и по бокам там всякая левая шняга. Сюда больше ходить, наверное, не буду, ну или буду редко, потому что далеко. Сначала я на автобусе еду до метро, потом на метро я еду на одну ветку, пересаживаюсь на вторую. Потом выхожу, еще минут 20 иду пешком, и только спустя там полтора-два часа я на месте. Поиграл полчаса и обратно 2 часа гнать. Какие из этого выводы? Нужно качать скилл корейского и скилл корейского Текена, чтобы побеждать и знать, что тебе там пишут. Ибо все эти палочки и нолики я еще не выучил.